Здравствуйте! Сегодня четверг, и мы продолжаем бороться с лишними сантиметрами на талии и бедрах. Вас ждут новые упражнения, которые навсегда избавят вас от лишних сантиметров. Но для начала вопрос. Сколько стаканов воды вы выпиваете в день? А пока вы считаете, посмотрите, что у меня в руках. Чай и сок, хотя и содержат воду, не имеют никакого отношения к водному рациону. Точно так же, как кофе, кефир и узвар. Ну что, посчитали? У вас должно получиться 8 стаканов. Кажется, что много, но на самом деле это не так. Сейчас я все объясню. Записывайте. Пол-литра воды значительно ускоряют обмен веществ. И поэтому, если вы хотите похудеть к отпуску, введите в свой рацион обильное количество воды. Теперь мы переходим к нашим упражнениям. И сегодня это тренировка для пресса. Сядьте на коврик. Согнутые ноги приподнимите немного вверх. И начинайте их выпрямлять поочередно вперед. Вы можете усложнить это упражнение, убрав руки. Главное, не задерживайте дыхание. Оно должно быть спокойным и ровным. И не напрягайте спину. Следующее упражнение – диагональное скручивание. Ложимся на коврик. Правую ногу кладем на левое колено. Руки за головой, плечи и голова приподняты. Делаем вдох и на выдохе выполняем скручивание. И левым локтем тянемся к правому колену. Это упражнение нагружает косые мышцы живота. Вы можете почувствовать их сразу под ребрами. И следующее упражнение – планка на боку. Правым локтем упритесь в пол. А ноги и корпус должны стать одной линией. Втяните живот и сохраняйте это положение как можно дольше. В этом положении напрягаются правые косые мышцы. Вы также можете усложнить это движение, подняв левую ногу и левую руку. А теперь домашнее задание. В пятницу, субботу и воскресенье сделайте все 4 комплекса, которые мы с вами уже выучили. Впереди выходные, и вероятность поддаться сладким соблазнам увеличивается. Если вам все-таки не удалось сдержаться, не расстраивайтесь, а просто сделайте в 2 раза больше упражнений. Я с нетерпением жду фото с вашими первыми результатами. До встречи в понедельник. Привет, YouTube! Спасибо, что смотрели наше видео. Если оно тебе понравилось, то не забудь поделиться им в соцсетях и оставить свой комментарий. А также нажми кнопку подписаться, чтобы первым увидеть новое видео.